Полноприводная двухколесная техника — весьма интересный вид транспорта и делится на два типа. Это мотоциклы и мотовездеходы. Сегодняшний топ будет нестандартным, так как я начну с первого места, а не последнего, как обычно. Первопроходцем в двухколесном полном приводе является вездеход Rock'n Trail Breaker, что в переводе — следопыт. Он был придуман и спроектирован Чарли Феном в далеком 58 году, а бренд Rock'n выкупил на него права только в 64-м и выпускает свой следопыт до сих пор. Именно на нем в будущем стали строиться все аналоги. Полный привод Trailbreaker был реализован с помощью приводного вала, который проходит через верхнюю часть трубчатой рамы в район рулевой колонки, где установлен карданный шарнир, который позволяет рулю поворачиваться. А дальше еще один угловой редуктор, от которого спускаются две цепные передачи на переднее колесо. Привод на заднее колесо осуществляется через раздатку и цепь. Из-за полых дисков, которые позволяют вездеходу не тонуть, небольшие дисковые тормоза пришлось расположить непосредственно на промежуточных валах трансмиссии. Благодаря высокому расположению они всегда остаются чистыми. На Rock'n Trail Breaker устанавливается 208-кубовый одноцилиндровый четырехтактный двигатель Cochlear, мощность которого составляет 7 лошадиных сил и 12 ньютон-метров крутящего момента, который доступен уже с 3000 оборотов в минуту. Подробный выпуск об этой легенде выходил ранее, кто не смотрел, ссылка в описании. На втором месте — полноприводные мотоциклы Кристини АВД. Причем американская фирма начинала с полноприводных велосипедов в 95 году, о которых, естественно, мало кто слышал. Первый экземпляр Кристини АВД был построен и протестирован в 2002 году, а продажи начались в 2007. Фирма разработала абсолютно уникальную схему полного привода. Механическая передача мощности двигателя на переднее колесо от ведущей звезды осуществляется при помощи цепного привода и двух телескопических валов, которые идут вдоль перьев вилки. Главный недостаток подобного ноу-хау заключается в дополнительном весе. Эта надежная конструкция существенно утяжеляет общий вес байка. Однако работает все отлично. Переднее колесо такого полноприводного мотоцикла способно получать до 50% мощности. Самая популярная модель — Кристини 450 АВД, которая продается и сейчас. На третьем месте — полноприводный мотоцикл от мотогиганта Yamaha, которая не побоялась поэкспериментировать и представила свою систему полного привода 2-трек, который в 2004 году был оснащен мотоцикл Yamaha VR450F. Привод переднего колеса у мотоцикла гидравлический. От коробки передач короткой цепью приводится гидравлическая помпа. По замкнутому контуру гидравлических шлангов циркулирует масло, подводя момент к гидромотору, расположенному непосредственно на оси переднего колеса. Мощность, передаваемая на переднее колесо, пропорциональна скорости заднего колеса. Чем больше оно буксует и теряет тягу, тем больше гидравлическая система увеличивает тягу в переднем колесе. Она может передать на него до 15% мощности. И наоборот, плавно уменьшает мощность, отдаваемую вперед, после восстановления сцепления с дорогой заднего колеса, чтобы не происходило заноса и рысканья. Ну а теперь пошли российские аналоги знаменитого Trailbreaker, из которых мы возьмем парочку интересных. И начнем мы с Belt Motors ATV 2x2. В качестве силового агрегата используется двигатель американского производства Avangard 200, оснащенный системой работы на углах до 45 градусов. Моторчик имеет ровную тягу на скоростях от 3 до 45 км в час. Крутящий момент на колесе — до 70 ньютон-метров. Полный привод, в отличие от американца, реализован только цепным приводом. Стоит такой мотовездеход 245 тысяч рублей. На его подобии существуют также мотовездеходы Велес, Архар и Васюган.
Теперь заканчивает выпуск компактный мото-вездеходик Тарусь 2х2. Его главное отличие, что он быстро разборный. Можно отсоединить переднюю вилку с колесом, а при необходимости снять багажник и колеса и увести в багажнике автомобиля. Поэтому Тарусь идеален для любителей охоты, рыбалки и активного отдыха. В базе за 130 тысяч рублей без электростартера, фары и аккумулятора он оснащается 170-кубовым двигателем Lefan. За 155 тысяч рублей он имеет уже двигатель Honda GX200. Полный привод мотовездехода реализован также с помощью только цепных передач.